Друзья, всем привет! С вами Константин, вы на канале Бостон Техник. Сегодня к вашему вниманию представляем прицеп. Вот такой он самодельный. Идет рама с 2 ПТС 4, а верх с ПТС 6 для сбрасывателя ПРТ. Стоит кузов. Вот он. Шильдик даже есть с него. Вот такой вот мощный цилиндр, тоже шеститонник стоит. Тут все усиленно переделали, видите, чтобы он все под него поднимал, работал. Так, все целое, резина по кругу вся в отличном состоянии. Одно колесо вообще новое. Вот, смотрите, износ минимальный. Все целенькое. Вот борта все целые. Резина тоже хорошая, вообще в отличном состоянии. Вот рама ровненькая, целая. Вот это колесо вообще свежее, все новенькое. Такой вот мощный прицеп, можно сказать, 2 ПТС-6, потому что корпус не устоит, цилиндр под шестерочку. Если кому-то надо такое в хозяйстве помощник, пишите, звоните, приезжайте на осмотр или заказывайте доставочку. Все организуем, все привезем, все пройдет чисто, прозрачно. Единственное, прицеп идет без документов. Вот этот небольшой нюанс, ну и цена у него, соответственно, такая же. Всем хорошего дня и пока!